И дан старт скачки. Кучный прием. После кучного старта Аммонит Стар захватывает лидерство и повел. Аммонит Стар впереди, Табаза на втором месте, Кайзер Смерч третьим. Аммонит Стар отрывается от преследователей. Аммонит Стар лидирует, Табаза второй, Кайзер Смерч третьим. 200 метров пройдено за 13,8 секунды. Впереди Аммонит Стар, Табаза, Кайзер Смерч. Аммонит Стар с большим преимуществом лидирует. Аммонит Стар впереди, Табаза второй, Кайзер Смерч третьим. 500 метров до финиша, и преимущество Аммонит Стара очень велико. 500 метров пройдено за 31,2 секунды, выход на финишную прямую. Аммонит Стар лидирует. Кайзер Смерч и Табаза ведут борьбу за второе место. Кайзер Смерч перекладывается на второе место. Аммонит Стар с большим преимуществом впереди. Кайзер Смерч к нему приближается. Сможет ли обогнать? Приближается стремительно, но и финиш слишком близко. Приз «Надежда» в честь Юрия Литвиненко выигрывает Аммонит Стар. Кайзер Смерч финиширует вторым, Табаза на третьем месте.